Вопрос 93. Все ли анафемы действенны, независимо от политики и других обстоятельств? Например, предавали анафеме католиков, старообрядцев. Можно ли отменить анафему и может ли анафема иерархов быть против воли Божией? Записка такая, записка, это не мои слова. Ответ. Сколько угодно. Так анафема, положенная на старые обряды, сняты Московской патриархией в 1971 году, зарубежной церковью в 1974, яко не бывшие. Анафема может быть только за непризнание Христа Господом, на таких, как иеговисты, и за проповедь, несходную с проповедью апостолов. 1 Коринфянам 16:22. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа. Послание Галатам, 1 глава, 8-9 стихи. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Согласно этих условий, для произнесения на кого-то анафемы, под нее больше всего сегодня подходят православные архипастыри и пастыри, которые совершенно не знают Библию и не сверяются с нею, а говорят от своего ума, проповедуют бредни. Пророк Иеремия 23:28. Пророк, который видел сон, пусть рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мекины с чистым зерном, говорит Господь. Не раз случалось, что отлученных, запрещенных принимали в сущем сане. По указанию советской власти митрополит Сергий всех страдальцев за истину Христову, всех изгнанных из своей страны, клеймил именем уголовных элементов и контрреволюционеров. А ныне они этой же патриархией канонизируются. Еще раз скажу. Вот вопросы этот ни один не ответит. Ни здесь и никогда. А почему? А ему есть что терять, как этот заключенный министр сказал. У меня терять нечего, кроме вот этого сопливого платочка. А вам есть что терять? У меня нет ничего терять. Нет ничего. В первый день, когда я обратился, 27 сентября 62 году, я сделал ревизию самому себе. За что они могут ухватиться? Я сразу все это выбросил. Диплом, работу. Ну все абсолютно. И они ни за что не могут ухватиться. Я не могу никак застрять, когда они меня хватают. Они должны что-то придумывать, подножку давать. Судили, когда впервые встретились, чтобы только работать с людьми, и люди платили деньги там за пленки, ну стоимость их. И ни копейки нигде не нашли. Все проверили. А проверяли до 10-го колена. Следователи первый раз в жизни встречают такое. Как же так можно жить? Он уже меня не судить, а жалеет, как я живу. Жалеть не надо. Мне эта жалость ничего не дает. Это нормально, мне нравится моя жизнь. Жизнь, одеяние, обувь, еда. Мне все нравится. Конечно, трудно жить тому, кто со мной рядом, говорит. Это так-то восхищайтесь. А вы поживите-ка рядом с ним. Я неправильно говорю. Почему? У меня планка поднята на тот уровень, который дал Господь Христос. Будьте святы, как я свят. Вот и все. И всякая мелочь, всякая мекина, она отлетать начнет. Любовь – это не бабушкина любовь. Ешь больше, спи дольше. А наоборот, вы найдите такой лагерь детский, чтобы дети подъем был всегда в 5 утра. В 5 утра? Вы что? Ну да. А обслуживающий персонал в 4:40 встает. И не один год, не два, а 40, теперь уже 8 лет. 48. 3 года уже в другом варианте работы, в другом формате. Купили дома и так люди. Вот и ответ.
Мне сказал один близкий человек, это вы вот так, потому что, может, вы по зависти это говорите, потому что у вас нет образования духовного. Я говорю, это мое преимущество, меня никто не корежил. Я себе кратно в день вопрошаю Бога проверить меня, не допустить, чтобы я ошибся. Ну и что? Вот задают вопрос. И как вы верили, там, ну я 57 лет, как Евангелие получил. И вас что, не менялось? Не менялось. А как будто Господь взял мне и начать все сначала. И в один день дал все то, что сегодня говорю. Только углубление было. Углубление в этой теме. И ни одного места нет, которого, а я вот не знал, так думал, как Серафим сказал, когда Дух Святой показал. Я исследую, этого не было. А почему? Избрание Божие. Он мне сразу ответил на все эти вопросы. А дальше я подтверждение находил по святым отцам, по канонам. Не просто так. А может, меня сатана тут за бороду таскает? Ничего нет. И я понял, надо быть ответственным за это. Если еще будешь считать Сергей, считай, а нет, запомнить надо. Закончим на сегодня. Ну и запомни, запиши 94-й. И себе каждый